Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем. И вот от него эти искры. Вот уже пятый год подряд Российский фонд социально-культурных инициатив награждает нагрудным знаком «Горящее сердце» тех, кто выбрал эти слова из рассказа Горького «Данка» своим жизненным девизом. Среди героев нашего времени Семен Семенов еще ваши. Я из последних сил буду цепляться за то, что дали мне отец и мать, за их любовь. За сказки жизни, за огонек моей душе, за то, что я зову отчизной, за стих, что посвятил жене. Возможно, и не в этом счастье, откуда ж знать в 17 лет. Но, впрочем, знаете, я счастлив, сомнений не было и нет. Сомнения, если и были у Семена, то только в детстве. Сейчас от них не осталось и следа. В 4 года ему поставили диагноз ДЦП. Но сейчас при взгляде на этого общительного и уверенного в себе 17-летнего парня не возникает ненужной жалости и стеснения. Семен Семенов учится в Чебоксарской школе номер 37, пишет стихи, играет в КВН, занимается тяжелой атлетикой. А еще по его сценарию сняли фильм. Он лидер школьного самоуправления, инициатор и автор социальных проектов. А все, я могу сказать только хорошее. Мы с ним сидим уже 3 года, но такое чувство, я знаю его всю жизнь. Мы с ним можем ругаться, мы с ним и меримся, но я всегда знаю, что он придет, что он даст дельный совет. Нет никакого неравенства в природе. Все в вашей голове. Ключевая фраза одного из социальных роликов проекта «Позитивное ТВ». Семен вместе с одноклассниками планирует создать свой пресс-центр в помощь республиканским СМИ. Ребята уже сняли несколько видеоматериалов об инклюзивном образовании. Суть проекта в создании позитивного контента, который мы распространяем на площадках информационных через каналы, через прочее, через ВКонтакте, через Инстаграм. И в 2018 году мы уже хотим сотрудничать с такими телеканалами, как ЮТВ, там национальное телевидение Чуваши и прочее. Я надеюсь, что нас поддержат. Мне это важно и действительно помогать людям и своим примером, и просто чем-то руку помощи подать в какой-то сложной ситуации. Для меня это тоже приятно. И когда человек себе улыбается... Подвиги бывают разные. Так Семен своим примером доказывает, что нет ничего невозможного. Нужно просто очень сильно захотеть. В этом году он удостоился награды от Всероссийской общественно-гражданской инициативы «Горячее сердце». 15 февраля в Москве наградят самых достойных. Получить знак «Горячее сердце» для меня это достаточно почетно и волнительно, потому что я знаю, что там есть сотни ребят, которые сделали поступки не менее отважные. И когда ты находишься в этой среде, понимаешь, что вот они, люди, которые действительно что-то делают, о чем-то заботятся, работают, и быть в их числе очень приятно. Семен и дальше хочет вдохновлять всех своим примером. Подобно Данка, он готов всем попавшим в трудную жизненную ситуацию освещать путь своим горячим сердцем. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Сергей Адушкин. Республика.